Доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости канала паранормальных блогеров. Мы вновь рады вас всех приветствовать. И как вы, наверное, уже догадались, мы снова вернулись на то место, где раньше была военная база. Ну а пока мы еще не начали наши эксперименты, мы хотим передать приветы всем, кто в этом нас попросил. Огромный привет Юрию Корчаганову. Привет Алине Месищевой. Огромный привет Ольге Лебедевой из города Ступино Московской области. Привет. Передаем огромный привет, вот такой вот огромный привет нашей первой подписчице, за что ей огромное спасибо. Спасибо. Да, Ирине Мулюковой. Привет тебе огромный. Огромный привет Наталье Алатырцевой. Также большой привет Наталье Гидревич. Привет. Привет Александре Беляевой. Огромный привет Натке 161. Привет, привет. Также нас просила передать большой привет любимому супругу Льву из Левенцовки Анна Скрынкина. Собственно, и тебе тоже большой привет от нас. Привет. Ну и супругу тоже. Огромный привет просила передать Елена Круч своей бабушке. Сказала, что она тоже нас смотрит, поэтому... Низкий вам поклон, да. Спасибо большое, нам спасибо очень приятно. Большое. Очень приятно, да. И большой привет вам. Также просил передать городу Омску привет Коля Клепинин. Привет-привет, Омск! Большой привет Александру Зеленеву. Привет! Передаем привет от Елены для Little Happy Pokemon. Привет! А также огромный привет Давлетбеку Салимову. Привет, привет. Также привет передаем от Ирины Мажор Марине Дубовой. Привет. Огромный привет. Огромный привет Елене. Привет. Ну и еще один привет от Златы Ермаковой ее супругу Олегу. Привет. А еще мы хотим передать огромный вот такой вот привет нашим друзьям. Друзья, спасибо вам огромное за поддержку. Мы очень вас любим и очень ценим. Итак, огромные приветы. Алекс Анвер. Привет. Степа Сова. Привет, привет. И Светлана Каримова. Привет. Привет вам огромный. Особую благодарность хотим выразить нашим замечательным спонсорам. Спасибо вам огромное, ребят. Вы поддерживаете наш канал, помогаете нам. Мы это очень ценим. От души вам огромное спасибо. Спасибо огромное Светлане Ковригиной. И сегодня мы решили для вас сделать вот такую небольшую гифку. И, конечно же, огромное спасибо Светику Конфетику. Спасибо, да, большое от души. И для тебя тоже сделали вот такую гифку. И еще будет небольшой сюрприз для одного нашего подписчика, а точнее подписчицы. Мы посмотрели и за все время, ну, сколько существует наш канал, одна из подписчиц была самой активной
нашей спонсоршей. Она очень достаточно много внесла в развитие нашего канала, помогала нам. И за это мы хотим ее отблагодарить. Отблагодарить мы ее хотим вот такой вот оригинальной гифкой, сделанной своими руками. Я не знаю, видно, не видно. Но я надеюсь, это будет видно, да. Галина Варникова. Галина Варникова, пожалуйста, у нас в описании канала есть ссылка на наш почтовый ящик. Да. Напишите нам, пожалуйста, свой адрес, мы вам это отошлем. Да, мы хотим это вам отправить просто в знак благодарности, ну и на память от нашего канала. Да, за активное участие, да, и за душевную, так сказать, жизненную позицию. Да. Спасибо вам огромное. Друзья, в принципе, вот такую гифку, ну, так сказать, сделанную нашими руками, вот в таком исполнении может получить любой, каждый из вас. Просто мы, в свою очередь, хотим отметить самых активных наших спонсоров. Да. Чтобы вот не было такого, что кому-то было бы обидно. Вы можете поучаствовать. Мы тоже хотим просто выразить, в свою очередь, также свою благодарность в ваш адрес. Да. Так что, друзья, каждый из вас может за активное участие, ну, в развитии нашего канала получить вот такую гифку. Мы обязательно отправим вам ее, выполненную своими руками. Handmade. Да, просто на память. И хотим также сказать, что все на добровольных основах. Никто никого ни к чему не принуждает. Просто нам очень приятно делать вам тоже маленькие подарочки. Поэтому мы вас очень любим. Спасибо вам всем огромное. Ну а мы, наверное, пойдем на локацию. Да. Ну что, начинаем выпуск. Погнали. Погнали. Ну что ж, ребят, мы выдвинулись в путь. Заранее извиняемся, что у нас такая задержка произошла. Ну, к сожалению, у нас начался к концу года жуткий аврал. Да и погода нам тоже не позволяла. Так, и еще небольшое уточнение по поводу того, где мы сейчас будем снимать. Мы сначала хотели, как в прошлом выпуске сказали, хотели снять там, где нам показался крест. Но мы все-таки решили, что правильнее будет все-таки где-то здесь, где находится спортзал. Это же здесь получается, да? Глубоко заходить не будем, потому что все-таки опасно. Нет, дело даже не в этом. Просто раз ходят такие слухи про именно вот это место, давайте здесь проведем эксперименты. Я думаю, поставим здесь ночную камеру. Да, и Kinect тоже, тоже, наверное, да. Будет интересно посмотреть. Первым делом, наверное, Kinect и тишину. Да. Немножко попробуем пообщаться с местом. Пойдемте. Ничего. Только осторожно, здесь пойдем в яму. Ну, здесь глубоко заходить не стоит. Здесь мы поживем. Да. Да, вот здесь было КПП слева, а вот здесь вот был спортзал. Я думаю, вот самое такое место более-менее, да. Да. Я... Так. Вот оно КПП было когда-то. Честно сказать, по ощущениям, нет какой-то вот тревоги, что ли, жути какой-то, да? Бывали локации похуже, пострашнее на самом деле, где мы, ну вот даже вспомните то самое болото,
где действительно была паника. Находиться там было очень неприятно. То если сравнивать вот те ощущения и вот сейчас, не знаю, как будет дальше, но вот по крайней мере пока спокойно. Так, все, да? Угу. Ладно. Ну все, начинаем. Сейчас посмотрим Kinect камерой. Если что, ты мне сразу дай знать. Все. Эта камера снимает, если что. Нормально вроде бы. Чуть-чуть пониже, наверное, дело как-то. Ну, не знаю, ну и вот так, да. Пока ничего. Ну да. Все чисто пока. Если, конечно, может. Я тоже ничего не ощущаю. Спокойно. Честно сказать, вот совсем. От слова вообще, да. Ну да. Не знаю, почему сказали, что это самое аномальное место. Друзья, если вам видно... Сейчас время, ой, я не знаю, может засвечивает. Время 1:15. Но ты слышала, да, сейчас что-то стукнуло? Мне казалось, это вообще хлопок. Хлопок какой-то, да, был. Оп, опять. Что это? Это где-то здесь. С той стороны, да? Да. Абсолютно ничего. Kinect не показывает ничего. Ну, пройдись еще кружок. Да, мне кажется, знаешь, если бы что-то было, оно было бы странно. Ну, оно бы, да. Мы сколько ходим, каждое место индивидуальное. Оно либо откликается, либо вообще молчит. Что самое интересное, да? Вот то-то и оно, что это очень интересно. Почему оно молчит? Мне кажется... А на некоторых локациях сразу показывает, не успеешь включить. Да, от места очень сильно зависит. Но здесь в основном, как мы просто нашли по информации, здесь в основном уже ничего не осталось в плане даже какой-то энергетики. Ну да. Сюда даже уже, ну, копатели, да, там изредка приходят. Сейчас же с этим очень строго. Поэтому... Не сталкер, а пейнтболисты, они здесь играли постоянно. Но больше как бы никаких следов их
присутствия, по-моему, нет. Ну, знаешь, мы можем что-то не слышать, что-то не видеть. Сейчас посмотрим, может, на камеру что-то сможем запечатлеть. Ну, пока, наверное, все. Поставим тишину. Ну, Kinect оставь, пусть стоит вот так направлено пока. Но, честно сказать, если бы что-то было, оно бы уже показало. Ничего нет. Ничегошеньки. Так, ладно, сейчас. Так, надо сразу встать неподвижно. Включила? Да. Угу. Что, я не пойму, почему? Что такое-то? Давай я включу. Я без перчатки просто. Да нет. Я не поняла, что он включается. Батарейки, что ли, сели? Не знаю. Диктофон. Как они могли сесть, они дома были полные. Вообще не включается. Я не поняла, что такое. Нет, их лучше полностью вытащить. Проверь заряд. У них проверяется. Нет, сели, что ли? Полностью сели. Полностью, да. Как бы странно, во-первых. Но мы дома проверяли. Прежде чем поехать на какую-то локацию, мы обязательно проверяем все. И дома, да, они нормальные были. Да вообще ноль заряда. Вообще, вообще ничего нет. Рекламировать не будем эти батарейки. Я что-то не поняла вообще. Ну да. Но это же не настолько энергоемкое, простите, оборудование. На год хватает порой батареек. Нет, нет, бесполезно, если там вообще никак. Мы проверили в обе руки, так сказать. Так, уже первый, да, признак какой-то. Остались без диктофона, да. Будем, значит, путем... Давайте пробовать на камеру. В принципе, можно на диктофон, на телефон. Можно и так. Давайте попробуем так, раз этот сел. Сейчас попробуем. Так. Только ставим тихо, да? Попробуем. Дух этого места. Ты можешь проявить себя? Хорошо, я не слышу. Стуком, скрипом, голосом. Дух этого места. Прояви себя, пожалуйста, стуком, скрипом, голосом. Слышал. Что это?
дух этого места. Пообщайся с нами, пожалуйста. Можешь постучать по дереву, чем-то скрипнуть или подать какой-нибудь голос, шепот. Дух этого места, прояви себя, пожалуйста, стуком, скрипом, голосом. Дух этого места. Пообщайся с нами, пожалуйста. Если ты нас слышишь, сделай так, чтобы и мы тебя услышали. Подай нам какой-нибудь звук, стук, шорох, голос. Легкий щелчок. Тоже слышно. И еще интересная деталь. Я вот несколько раз переводила камеру вот сюда, в эту область. Почему-то на чем-то ловила фокус. Дух этого места. Если ты с нами пообщался посредством диктофона, то мы обязательно тебя услышим. А мы тебя благодарим. И отпускаем. Уходи с миром. Так. Что-то опять щелкнуло.
Я думаю, камеру начну. Ну, надо, кстати, сейчас попробовать пройтись Kinect. Давай тогда еще разок. Kinect, давай. Пройдись. Угу. И поставим ночное видение камеру. Она снимает. Я думаю, прям вот сюда надо направить. Давай. Вот, вот щелчки быть. Были, да, какие-то. Щелчки. Я не знаю, на камере это будет слышно или нет, но мы слышали. Тань, ты возьми этот. Плохо видно. Ну вот, возьми, вот стоит. Есть. Было что-то. Правее сделай. Вот как раз где щелчок, там и было. Сейчас опять что-то щелкнуло. Вот я и говорю, вот сейчас вот щелкнуло. Вот где был щелчок, вот там что-то сейчас появлялось. Чуть-чуть ниже сделай. Нет, уже нет. Щелкать стало все вокруг. Поводи еще камерой. Странно. Появилось на какой-то момент и все. И главное, после того, как мы поговорили с духом, да? Ну вот все-таки видишь, прежде надо, наверное, обратиться к месту. Когда он откликается. Возможно. Но очень слабо. Очень слабо, но... Вот оттуда прям было явно слышно несколько раз. Раза четыре точно, и там еще. Возможно. Сейчас, в данный момент, я... Но на Kinect только один раз появилась. Может, конечно, это зеленое? Нет. Они по-другому щелкают. Ну, сейчас не трескучий мороз. Ну, во-первых, мороза-то нет, а во-вторых... Нет, ветра нет. Есть, но как такового прям, чтобы трещали деревья, нет. Сколько сейчас вот градусов можно посмотреть? 1-2, не больше. Минус, да. Дух этого места. Прояви себя, пожалуйста. Посмотри-ка. Космопоиска тогда, да, здесь, в этом месте, были щелчки. Mm-hmm. Дух этого места, прояви себя, пожалуйста. Мы с миром. Ты можешь еще раз показаться на Kinect-камере? Странно. Вот в этом месте было. Ничего нет уже. Ага. Ну, я говорю, здесь постоянно. Вот пока я переводила камеру, пока ты пыталась пообщаться, вот он вот здесь, вот в этом квадрате фокусировал. Ну-ка сделай чуть-чуть ниже, чуть-чуть назад отойди. Вот так. Нет, нет, ничего нет уже. Я говорю, на какие-то там доли секунды появился и все. Ну что, давай поставим камеру. Я думаю, что да. Mm-hmm. Kinect тогда, наверное,
Убираем. Угу. А, стой, есть. Есть. Опа, исчезла. Вот опять появилась. Вот где-то вот на этой. Вот на этой штуке. Вот на этих кирпичах. Сидит как будто бы. Да. Дух этого места. Кто ты? Назови свое имя. Как тебя зовут? Дух этого места исчез, смотри. Прикинь, исчез. Ну, я думаю, здесь и надо ставить. Да, вот сюда, наверное, направить надо. Вот смотри, нужно. Вот он до этого здесь же появился. Исчез, потом вот опять как будто сидит. А сейчас все опять исчез. Интересно. Попробуй еще раз. Очень скромный тут. Дух этого места. Покажись, пожалуйста. Покажись, пожалуйста. Ты не знаешь, что за Петя, о котором была речь. Да, дух этого места. Может быть, ты сможешь нам как-то объяснить, кто такой Петя, где он закопан и что мы можем сделать для него? Может быть, мы можем как-то ему помочь? Ничего нет. Ниже чуть-чуть. И левее чуть-чуть. Ой, правее, правее. Вот так. Не, ничего нет уже. Назад чуть-чуть отойди. Вот на этом месте стояло. Да? Нет, ничего нет уже. Странно. Нет, очень слабые, видимо, но есть какие-то проявления. Есть, есть. Слабые, но есть, да. Все равно какая-то энергетика здесь появилась. Кстати говоря, даже как-то стало немножко, ну, как сказать, волнительно, что ли. Я не говорю, не жутко, нет, но как-то так. О, есть. Есть, опять появился. Опять появился, смотри-ка. Давай постоим тихо, может быть, будут ответы на камеру. Вообще не двигаюсь. Давай. Дух этого места. Если... Назови свое имя. Да, если тебе есть что сказать, говори. Прояви себя как-то на камеру. Слышала, сейчас что-то стрекотало. Опа. Дух этого места. Может быть, ты что-то хочешь сказать? Скажи, пожалуйста. Кто такой Петя? О ком шла речь на ФЭК в прошлый раз, когда мы сюда приходили днем?
Все, он исчез. Он появляется периодически, вот именно на этом камне. Действительно непонятно почему, но он появляется конкретно вот на этом камне. Я думаю, все-таки объективнее лучше это поставить ночного видения. Да, я думаю, да. Давайте, друзья, поставим сейчас камеру ночного видения. И потом, наверное, отдельно прям запишем, оставим этот диктофон тишину. Диктофон? Да, по крайней мере, будет правильнее, чтобы ни оборудование никакое не мешало. Ну, телефон я имею в виду. Диктофон уже не поставишь, всё, к сожалению. Ладно, давай. Давай. Ладно, тогда сейчас я уберу все. Так, друзья, все, мы подключили камеру. Сейчас посмотрим, что она сможет заснять. Так, все помещение не подключено. Так, да. Оживает. Я сейчас поставлю на запись. Ага. Свет, наверное, надо выключить. Да, свет надо включить. Запись пошла. Так, все оставляем. Всё. Телефон пошла. Я надеюсь. Ну а мы, наверное, пойдем. Поднесем, наверное, вещи, да? Вот, да, в машину, наверное, пойдем. Угу. Так, оборудование мы оставили. Все, мы пошли. Надеюсь, что-то будет. Но потом отдельно мы, наверное, подойдем и чисто на диктофон запишем. Потому что сейчас, во-первых, оборудование может что-то мешать. Но для чистоты эксперимента лучше так сделать. Ну, конечно, жаль, что с диктофоном так получилось. Я что-то вообще не поняла, как такие батарейки могли так быстро сесть. Мы немножко отогреваемся в машине. О, да, что-то похолодало. Ну, стоять, конечно, холодно очень. Если бы мы еще двигались, то другое дело. А так стоять в любом случае очень холодно. А, что хотелось бы сказать? Да, пока у нас там камера снимает, мы хотим с вами поделиться нашими планами на будущее. Да, во-первых, бы хотелось сказать, что со временем мы уж поняли, что этот диктофон слабенький. Мы либо возьмем какой-нибудь получше диктофон, либо, наверное, микрофон более чувствительный. Но мы подумаем на эту тему, что будет лучше, то и возьмем. Может быть, вы знаете и посоветуете нам. Пишите в комментариях. Обязательно пишите, да. Да, советуйте, потому что как бы мы в этой технике тоже, ну как же, мы любители. Повторяемся, мы далеко учимся. Не профессионалы, да, мы просто любители. Поэтому, может быть, кто-то в этом оборудовании, в этой технике разбирается. А, пишите советы в комментариях. Мы каждому из вас прислушиваемся. Да, обязательно с удовольствием почитаем, побеседуем, обсудим все эти вещи и моменты. Это тоже очень важно для развития канала. И чтобы вам было комфортно и интересно. Ну и какие-то результаты, тоже же это интересно. Да. Дорогие наши друзья, а сейчас представляем вашему вниманию запись с камеры ночного видения. И хотим сразу вам посоветовать надеть наушники, так как странных звуков будет просто множество. Мы выложили достаточно длинную запись, так как было много интересных моментов. Но если кому-то это покажется скучным или затянутым, не нужно расстраиваться и нервничать. Просто перемотайте этот момент. Наш канал предусматривает интересы каждого из вас, так как многим наверняка это будет любопытно.
Так что для тех, кто так же, как и мы, в предвкушении, что же там запечатлела камера, желаем атмосферного просмотра. И да, мы выделили не все моменты и звуки с камеры, так что, друзья, слушайте и смотрите внимательно. Возможно, у вас тоже получится обнаружить что-то интересное, загадочное и необъяснимое. Ну что, погнали? С этого момента и практически до конца съемки камера начала очень неспокойно себя вести. Она стала двигаться, пытаясь кого-то зафиксировать. Такое впечатление, что с ней играло что-то невидимое. Очень странно. И еще такой момент. При повороте камеры на стоп-кадре мы увидели два лица. Вот посмотрите сами. Может, конечно, нам просто показалось, и это всего лишь игра воображения. А как думаете вы, друзья? Пишите свои предположения в комментариях.
Так, ну все, время прошло, мы возвращаемся. Надеюсь, телефоны не сели. Забираем, оставляем диктофон. Так. Оставим диктофон здесь, пусть запишет, что там, тишину. А мы, наверное, в этот момент сходим, прогуляемся. Угу. Слышишь, что-то трещит там? Ну это дерево. Ну, ладно. Да. Ладно, все, я ставлю. Дух этого места, если ты нас слышишь, пожалуйста, прояви себя на диктофон стуком, голосом. Расскажи нам, может быть, ты знаешь, если это ты говорил в прошлый раз с нами днем, и на ФЭК проявился вот этот голос и нам рассказал про Петю, который здесь закопан, то, может быть, ты более подробную какую-то информацию нам дашь. В общем, мы тебя обязательно услышим. Можешь говорить вот сюда, в этот диктофон. Тебя оставляем? Да, если здесь какие-то события происходили, дух этого места, расскажи о них. Все, пойдем. О, вот мы решили немножко прогуляться. Ну да. Следы? Следы какие? Пока идет запись диктофона. К сожалению, моя камера села. Хорошо, что есть Светина. Да, решили прогуляться. Ну вот как раз вот по этой дороге. Ну, метров, наверное, 100 вот дальше. Собственно, о чем мы в прошлый раз вам рассказывали. Где нам показался крест. Мы сейчас попробуем дойти до этого места. Но я не думаю, что что-то будет, но ну, хотя бы просто дойдем, посмотрим, сфоткаем. Пойдемте. Смотри, сколько следов. Ага, вижу. Следы просто. Может, собаки? Собаки тут крупные очень. Атмосферненько. Очень. Смотри, тут прям целая стая прошла. Ну да. Ой, у меня рука замерзла. Вот
Вот слушай, вот еще какая-то насыпь. Мы же здесь. Да. Ну вот сейчас, конечно, опасно сюда пробираться, а мы хотели ее посмотреть. Она просто вот насыпь, там ничего нет. Нет, ну вот когда облетали на квадрокоптере, там, по-моему, что-то с той стороны, вот именно по ту сторону, что-то было, как мне показалось. Ходить опасно прям. После дождя вот это все обледенело. На самом деле здесь, на этой территории, много чего еще можно посмотреть, но не в это время года. Нет ничего. Не пойму. Ходил, да. Так, вот тут уже аккуратно, да. Здесь очень опасно. Нет. Здесь еще нет. Это не здесь там было, по-моему. Значит, не здесь. Нет ничего. А вот крест нам показался вот там прямо от этого места. Иди вперед. Фокусируйся на чем-то странном. Крест нам где-то здесь же показался в прошлый раз. Слушай, да, мы туда не пойдем, друзья, прям глубоко, потому что, ну да, тут в основном ямы, и бог знает, где они расположены. А, так, да, вот где-то в этом районе, вот тут левее где-то. Пойдем, до сюда дойдем. Я думаю, надо сфоткать. Вот как раз та насыпь остается вот так вот, если вставать слева, вот там. А мы вот как раз шли оттуда. Да, где-то там. То есть в прошлый раз мы днем снимали, с той стороны шли. Да. А сейчас вот с этой, вот здесь вот. Да. Так, друзья, мы, наверное, сейчас пофотографируем. Фотки вы увидите в конце этого ролика, по традиции. Ну что, давай попробуем, пофоткаем. А, друзья, вот мы сейчас находимся на том же месте, где мы фотографировать остались. Да, и... собственно, вот да, тут наши следы. Да. И нас привлекло одно место. Посмотрите сюда. Обратите внимание, ну... Так, возможно, упали ветки. Конечно, упали ветки. Посмотри, они тут везде валяются. Вот, наверное, собственно, да, такой же эффект. Возможно, да. Да. И мы вот подумали, что в прошлый раз то, что мы здесь увидели крест, это, скорее всего, вот было что-то типа вот такого. Да, что-то подобное. То есть это никакая, да, там не мистика, а, скорее всего, все-таки это были ветки. Так интересно. Ну, да. Но ведь сломано-то не так давно. Посмотри, они ну просто так вот упали. Нет, это, как сказать, одно из вот таких вот моментов, которое могло быть. А в да? прошлый раз могли быть другие ветки, вот что-то типа этого. Да, да. Так что, ну, мне кажется, это так. Ну, может быть, это какие-то определенные знаки, кто его знает. Да. Пишите в комментариях, друзья. Да. Может быть, кто-то тоже сталкивался с подобным. Ну, да. Пишите свои истории обязательно, ребят. Очень интересно всегда послушать, почитать. Наверное... Ну что, а мы, наверное, с вами будем возвращаться за диктофоном и отправимся домой монтировать для вас это видео.
Ну, я просто хочу подойти еще раз посмотреть. Сюда даже никто не подходил. Просто сюда даже никто не подходил. Вот они как упали, так и упали. А с той стороны это выглядит как крест. Ребятки, дорогие наши, мы стараемся для вас и будем стараться для вас. И дальше будет только интереснее, обещаем. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь, и мы обязательно оправдаем ваше доверие. Ребятки, если вдруг видео выходит очень редко, такое бывает. Вы уж на нас, пожалуйста, не обижайтесь. Не теряйте, да. Мы в любом случае при первой возможности всегда едем на какую-нибудь локацию. Обязательно. Но, к сожалению, сейчас и погода непонятная. Плюс работы очень много. Конец года всегда так. Но мы никуда от вас не денемся. Да. У нас есть еще одна интересная задумка. Еще на одной локации. Думаю, что мы доберемся таки туда. Очень хочется туда добраться и снять там ночью. Пока не будем говорить где. Там мы еще ночью не снимали. И хочется еще на одну локацию вернуться. Уж больно мне она интересна и любопытна. И снять там ночной камерой видео. Думаю, что это тоже будет. Ну, возможно, она... Я даже уверена, что она что-то должна показать. Но пока тоже не будем говорить, что это локация. Все это вы увидите дальше. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, телефон не сел. Да, я тоже надеюсь. О. Нет. Полчаса. Нормально. Отлично. Думаю, что из этого что-нибудь можно будет выбрать. Просто так немножко кадров сделаю, поснимаю. Смотри, все равно в этом месте фокусирует и все. Угу. Удивительно. Этого места. Мы благодарим тебя за то, что ты пообщался с нами. Спасибо тебе большое. Прости нас за то, что мы потревожили тебя. Мы благодарим тебя и отпускаем. Уходи с миром. Ну что, дорогие наши друзья, на этом мы этот выпуск заканчиваем. Надеемся, что он вам понравился. Надеемся, что мы смогли что-то записать, запечатлеть. Спасибо всем огромное за просмотр. Кто досмотрел, вы огромные молодцы. Да. Мы вас очень благодарим. Очень вас любим. Надолго с вами не прощаемся. Кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. Мы вас всех очень любим. И до новых встреч. А также помните, вы у нас самые лучшие. Пока. Пока.
Thank you.